Для получения высоких урожаев озимой пшеницы кыргызскими учеными-агрономами научно-исследовательского института разработан новый способ посева озимой пшеницы – гребневый метод. Нивая? Да. Обычная бизнес-лея? Элтай Каримов специально приехал из Карасуйского района в Чуйскую область, чтобы ознакомиться с здешними технологиями посева озимой культуры. По его словам, он в прошлом году посеял гребневым методом под 250 килограммов семян пшеницы на 1 гектар и получил высокий урожай. Отличие в том, что озимый посев это дает преимущество высокого получения урожая, высокого урожая. У нас нехватка качественного семена. Увеличивается до 70%. Явная выгода. Организаторы мероприятия, ученые-агрономы отечественного НИИ предложили внедрить в аграрном секторе эффективный метод посева озимозерновой колосовой культуры. Для этих целей пригласили на опытную станцию представителей с регионов страны. Глубина задержки 5 сантиметров, норма 110 килограмм на гектар. И вносим в редки фосфорное удобрение. По информации руководителя профильного ведомства Аскарбека Джаныбекова, в этом году планируется увеличить посевные площади под озимую пшеницу по всей республике. Для этих целей уже поступили высококачественные семена из Узбекистана. Мы планируем провести по Кыргызстану посев озимой пшеницы на площади 180 тысяч гектаров. Что это говорит? Это говорит о том, что нам необходимо 40 тысяч тонн семян. А с Узбекистана поступило только 1000 тонн. Для чего? Это современные сорта, высокоурожайные сорта, высоких репродукций. И они поступили для того, чтобы обновить, сортообновление сделать и сделать сортосмену тем, которые у нас есть. Посев в этом году 1000 тонн даст возможность доступа фермерам на следующий год порядка 10-15 тысяч тонн кондиционных семян. Таким образом, гребневый метод посева озимой пшеницы на гектар позволяет сэкономить семена пшеницы на 150 килограмм, а также объем поливной воды и при меньшей себестоимости увеличить урожай стратегической культуры. Усен Кульбаев, Чингиз Джумагулов, Алатау 24, Чуйская область.